Приветствую, Александр Алексеевич. Это видео про переходнички. Вот три переходника с нормальной плотностью посадки. Вот вставляем в камеру. Вот они с трудом заходят хорошо, плотненько, и не шевелятся. И дырочка здесь стопорная хорошая, и плотность кольца отличная. Вот второй. Этот не со сплошной проточкой, а с канавкой. И третий. Эти три отличные. Теперь кольца с люфтом. Вот он болтается, когда заходит, и болтается и по толщине, и в этом отверстии. То есть даже если толщина была нормальная, он бы в отверстие не болтался. Этот тоже с канавкой, но тоже идет болтанка и по горизонтали, и по вертикали. Третий. И четвертый. Вот четыре слабеньких переходничка. Теперь что касается М42 Nikon с бортиком, как я говорил. Вот это деталька от Гелиоса 44 М серии. Вот здесь идет вот он такой вот с резьбой, и бортик, то есть если посмотреть внутрь, вот он, мы видим внутри вот этот вот бортик, опускающийся вниз. То есть что я имел в виду, что есть ли возможность сделать вот переходник М42 Nikon с этой полочкой, чтобы вот он был не с ровной кромкой, а чтобы у него кромка опускалась также вниз на эти 2-3 миллиметра. То есть внутри он должен оставаться такой же тоненький, но с бортиком опущенным вниз. Все, сейчас я ваши переходнички упакую и отправлю. Спасибо за внимание.